если процентов 70, я совершенно не удивлюсь, если процентов 70 всего игрового времени мяч будет находиться во владении именно этой команды. Но они любят играть первым номером, усыпляя бдительность соперника неспешными, на первый взгляд, перепасовками. Ну а затем взрываются и врываются в свободные зоны. Стартовые 11 игроков Бенфики вашему вниманию. Николас Отаменди в обороне играет с Яном Фертонгеном. Жоао Марио вместе с Вайглем в центре полузащиты. Ну и в нападении сегодня расположились два игрока. Посмотрим, что они смогут создать впереди сегодня. Наверное, по названию один из самых знаменитых стадионов. Ну и неудивительно, что на стадионе Энфилд царит такая уникальная и непередаваемая атмосфера. Несмотря на это, в конце нулевых Энфилд хотели снести. Это вполне нормальная практика. Команда просто хотела переехать на новую современную арену, где она больше зарабатывала бы и всем было бы комфортнее. Однако в конце концов от этих планов пришлось отказаться. Болельщики настояли. Диогу Жота. Тьяго. Диогу Жота. Не смогли удержать мяч. Ворота все ближе. Хорошее движение вперед.